Убей, суку! Снежная буря и обильные снегопады, которые принесли огромный ущерб коммунальному хозяйству города, все еще продолжаются. Закрыты многие дороги, а людям советуют оставаться в своих домах. Ужасная буря в Нью-Йорке продолжается уже 3 дня и пока не собирается прекращаться. Сначала нам сообщили о деле Валькирии, к тому же они говорят, что для этого было много предпосылок, но заснеженный город был только мне на руку. Меньше шансов того, что в перестрелке погибнет случайно прохожий. Доказательство первое. Газета. Мертвец лежал на полу бойлерной, привязанной к креслу. Капитан, бейсбольная кепка оставляет за собой рекорд в матчах против супергероев. На 6 ящиков пива покруче любого бейсбола. Орудием убийства была бейсбольная бита, которая теперь лежала в луже крови около вырезки из газеты с комиксом «Капитан, бейсбольная кепка». Фильмы про вампиров. Чего они всегда происходят? Вон он! С пушками. Проверьте, лучше все сработает на совесть. Джентльмен, вон он! Давным-давно это было бы просто наркоарестом. Прозрачный зеленый сосуд полон валькира. Грязные деньги. There is a key on the table. Двое сумасшедших убийц готовы разорвать друг друга. Они перешли в следующую комнату, и мне было интересно, как они это сделают. Но нет, они сели возле телевизора и разрешили все свои споры, сыграв в видеоигру кунг-фу. Скажу тебе, крошка, у меня была такая депрессия, что я задушил их обоих проводами от приставки. О, Рик, а ты такой плохой. Конечно. Рика Муэрта, подлый негодяй. Что за черт? Это коп! Муэрта потянулся своим пистолетом. Сделай что-нибудь! Все еще работал. В задней комнате за приемной был старый телефонный коммутатор.
С помощью этой штуковины можно было легко записывать телефонные разговоры. Несложно было представить, как жирный хряк сидит здесь в наушниках, подслушивает грязные фальшивые оргазмы сразу по нескольким линиям. Да, это одно из злачных мест Нью-Йорка. Даже сейчас я слышал самое разнообразное аханье и оханье. «Босс, Когните, это Макс Пайн. Он пришел за нами. Он убил...» «Что, прикалываешься, хочешь надуть меня? Да он просто вшивый полицейский. В чем, собственно, проблема? Алло, отвечай, алло». Все было ясно. В городе появился смертельный вирус, который быстро распространялся. И сразу проснулось что-то безнравственное. Макс Пейн должен вмешаться. Развернуться, уйти, чертов город. Это, наверное, было бы самым разумным решением, но, кажется, тогда я не умел поступать разумно. Здание, в котором жил Люпина, было очень потрепанным и служило местом сбора разных подонков. Бар, ломбард, прачечная, заполненная гангстерами и барыгами. Этот список можно продолжать. Оставалось загадкой, как они узнали, что я коп. Они знали, что я иду к ним, и были настроены очень воинственно. Я видел, как все озарило пламя. Бомба взорвалась, превратив снег в расплавленное золото. Столб огня поднял в воздух то, что осталось от машин. Пламя отразилось на лобовом стекле черного Мерседеса, проезжающего по улице. Он ехал очень медленно, как будто водителя не волновало ничто на свете. Я хорошо рассмотрел человека с карабином. Это был Владимир, глава русской мафии города. Он как муха плавал в супе Панчинелло. Звон в моих ушах означал войну между бандитами города. Внутри здания. Удачно. Парни внутри перепугались. На замке всегда висел ценник. Внутрь могли занести еще бомбы, и полиция уже могла быть на хвосте. Джек Лупина Сахарный был на верхнем этаже. По крайней мере, бывал там, пока не рвануло. Я не знаю, я... И ты! Заголовки нагоняли депрессию. Заголовки газет извещали о кровавом убийстве. Рев бури сливался с воем сирен приближающихся полицейских машин. Смотреть на это было мукой, тем более, что в убийстве обвиняли меня. Вали его!
Весь дом был напичкан взрывчаткой. Вестибюль зазвенел разбитый телефон. Это мог быть просто наркоман, у которого началась сломка, но все оказалось намного более зловеще. Я разговариваю с мистером Пейном. А кто это? Меня зовут Альфред Вуден. Вы должны поторопиться, полиция уже в пути. Расскажи мне, что я не знаю. Они знают, что вы там. Что? А вам какое дело? Я еще свяжусь с вами. Полиция приехала. Вой их машин сливался в дикую депрессивную какофонию. У меня было всего несколько минут, пока они не приступят к выполнению обычной в таких случаях работы. Надо было как можно быстрее сматываться. Макс Пейн, говорит заместитель начальника полиции Джим Бравура. Бросай оружие и выходи с поднятыми руками. Внезапно все обрело смысл. Бомба, глава русской мафии, который появился здесь лично, Когнити снова оказался самим собой. После нашего удара у русских осталось всего несколько стволов. Их можно больше не принимать в счет. После всего этого они вряд ли станут рыпаться. Кишка тонка. После всего, что произошло, у русских кишка явно расширилась. Единственное, в чем можно быть уверенным, если ты на кого-то нависаешь, когда-то он начнет нависать на тебя. Какого хрена? Ваше последнее предупреждение. Сдавайтесь. Не вынуждайте нас применять силу.